Всем привет! С вами Маша Дилпи, и вы на моем YouTube-канале. Я продолжаю готовиться к новогодним праздникам. Сегодня я решила сделать адвент-календарь для двух сестричек, моих соседок, моих подружек, на оставшиеся 11 дней до Нового года. Хочу их порадовать. Идея у меня такая. Я подготовила уже вот такой вот домик с ячейками для подарков. И адвент будет один на двоих, но подарки не будут просто вперемешку, а сделала перемычки специально так, что по центру осталась такая разделительная полоса, и домик поделился напополам. Сейчас мы его заполним и как-нибудь красиво оформим, украсим. То, что в этой коробке, я купила много разных подарочков в разных магазинах. А еще я купила девочкам подарки в магазине Зака. А потому что, помните, у меня же там скидочка 15% по промокоду LIL_NY_15. Он еще действует, так что скорее беги, я оставлю на Заку ссылочку в описании. Переходи, там скидка на все товары 15%, кроме распродажи. Я узнала у мамы девочек то, что Вика любит желтый и зеленый цвет и авокадо, а Даша любит фиолетовый цвет. Поэтому я ориентировалась на это и купила подарочки по их интересам. И я старалась покупать примерно одинаковые подарки. Например, если Вике в один день попалась стирательная резинка, то и Даше попалась стирательная резинка. Если Вике попались носочки, то и Даше попались носочки. Конечно, примерно не всегда все одинаково, но я старалась сделать так, чтобы они не поругались. Итак, давайте сначала разложим Викины подарки. У меня тут для нее куча разных блокнотиков. Вот такой пушистый блокнотик с авокадо. Он, кстати, вот так вот переливается, там блесточки. Кладу вот сюда, вот в эту большую ячейку. Еще вот такой блокнотик с замочком и анкету. А вот сюда я положу вот такой набор для создания украшений из эпоксидной смолы. Точнее, тут прям конкретно создание брелка. Я знаю, Вика очень хотела попробовать сделать что-нибудь из эпоксидной смолы. Вот такой пенал с утенком миленький. Я кладу вот сюда. Вот такие милые носочки с олененком. Кстати, тут сзади еще вот такая лапка, смотрите. Это чтобы, видимо, по полу не скользить, не падать. Вот такая. Вот сюда. Вот так немножечко их согну. Ничего страшного. Ручка с авокадо! Мне кажется, в этом видосе у меня будет больше всего авокадо, чем было в каком-либо когда-нибудь видео. Тут куча разных еще блокнотиков с авокадо. И линейка еще вот такая. Это вот... это вот сюда. Ой, что-то они у меня вот так вот перегнулись. Вот так вот. Вот такие наклеечки с авокадо. Вот такие небольшие наклеечки с авокадо. Подожди, точно наклеечки? А, ну да, их, кстати, они просто выламываются. Наклеечки и вот такая стирательная резинка Bubble Tea. Вот сюда. Наверное, вот этой стороной лучше. Стикеры. Тоже с авокадо. Все с авокадо. И еще вот такие наклеечки на ногти. Смотрите, такие классные. И вот такое зеркальце с кактусом. Что-то не с авокадо, с кактусом. Вот сюда. Вот эту красоту. Вот такой брелок с авокадо. Кстати, у него вместо косточки сердечко прикольно выглядит, да? Это вот сюда. И кошелечек с авокадо. Его вот сюда. Пишите в комментариях, сколько раз я сказала за это видео слово авокадо. Теперь переходим к стороне адвента Даши. Кстати, тут немножечко вот здесь вот загнулся, вот это вот надо убрать. Вике я положила набор для создания украшений из эпоксидной смолы, а Даше я положу набор вот такой вот акваслайм, тут каких-то создавать фигурок и потом их в воду опускать, в общем, они становятся как игрушки, в общем, очень интересная штука. Вот сюда кладу носочки, только у Даши они суточка лафан-фан. Я вообще была в шоке, когда увидела, что существуют такие классные носочки. Даша просто обожает уточку лафан-фан. Так что, думаю, она точно их оценит. А вот сюда. Опа, вот такая милота. Кошелечек с единорогом. Его вот сюда. Наклеечки положу вот с такой классной стеркой в виде единорога. Посмотрите, какая классная. Мне бы даже жалко было бы стирать такой стеркой. Положу вместе с наклеечками, как у Вики. Такие ароматизированные карандаши, они чем-то вкусно пахнут. 5 вкусных ароматов. Даже интересно, давайте попробуем понюхать. Они так
Все смешно пахнут, непонятно, наверное, надо отдельно, по отдельности нюхать. Потом спрошу у Даши, как ей такие карандаши. Но вот эта вот штучка не вмещается, поэтому придется сейчас ее обрезать. Вот так. Теперь должны поместиться вот сюда. Вот, идеально просто. Брелочек, как у Вики, авокадо только с фиолетовым сердечком, потому что Даша любит фиолетовый цвет, как я уже говорила. Вот здесь будет блокнотик такой милашный, смотрите, да? Сюда. Тут такая какая-то красная панда, но фиолетовая панда. Тоже зеркальце и вот такие наклеечки для ногтей. И осталось еще вот такие переводные тату, там три в наборе, внутри. И вот такая милая ручка, милую ручку я кладу сюда, ой, она что-то не послушалась меня, ручка. И татушку вот сюда. Все, я наполнила адвент подарочками, теперь нужно его запечатывать. Заклею спереди бумагой тишью, она легко прорывается. С одной стороны красный, с другой стороны розовый. Теперь я хочу вот эти все перемычки, перегородки подчеркнуть декоративными скотчами, чтобы выглядело ярче, красивее, а то пока просто как палатка выглядит. Вот моя коробочка декоративных скотчей, у меня тут гигантский выбор. Сейчас подберем, какие подойдут. Ну, думаю, что на сторону Даши подойдет... Тут мало, тут, наверное, не хватит, хотя... Думаю, вот эти два подойдут для разграничителей. А на сторону Вики вот этот и... А что-то у меня, кстати, больше нет красных скотчей. Вот этот и вот этот, наверное. А посередине надо какой-то, наверное, широкий, чтобы красиво было. Или какой-нибудь яркий, чтобы различались эти стороны. Например, вот этот синий, я думаю, будет хорошо. Он разграничит красный с розовым. И вот так вот получилось. Мне кажется, очень классно. Только вот я думаю, нашла еще вот такую вот мишуру. Думаю, приклеить ее сюда вот так или нет. Мне кажется, будет классно вот сюда, если приклеить, как... Почему-то мне напомнило вот конкретно вот эта вот золотюшка, как будто бенгальский огонь тут такой. Мне кажется, будет хорошо, наряднее. Вот так. Ой, что-то перетянуло. Вот сюда немного. Вот такой адвент у меня получился для девочек. Я считаю, очень классный, красивый. Я надеюсь, что им понравится. Сейчас уже поздно, а завтра днем я пойду им подарю. Я спускаюсь. Привет, девочки! Это вам! Я тут, правда, случайно окошко пока не слаб, немного прорвала, но ничего страшного. Спасибо. Розовая сторона Дашина, а твоя красная. Спасибо. С наступающим Новым годом! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что на моем канале будет, я думаю, еще много разных интересных новогодних поделок, подарков и украшений. Ставь колокольчик, чтобы это все не пропустить. Пиши в комментариях, нравится ли тебе авокадо. А также подписывайся на все мои остальные соцсети, ссылочки на которые будут указаны в описании под этим видео. В том числе и на мой телеграм-канал Хамчакус на связи. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year!